Шеф-повар Максим Григорьев. Куриные медальоны с ананасами, грибами и кукурузой. Предлагаю свой идеальный вариант праздничного блюда, а именно запеченные куриные медальоны с ананасами, грибами и кукурузой. Медальоны из куриного филе не только разнообразят меню, но и внесут дополнительную яркую вкусовую нотку. Готовится блюдо достаточно легко и быстро. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Ананас консервированный 40 грамм. Вешенки 100 грамм. Кукуруза консервированная 20 грамм. Куриное филе 400 грамм. Майонез 3 чайные ложки. Перец красный молотый 3 щепотки. Соль 3 щепотки. Шаг 1. Для приготовления куриных медальонов нам понадобится кукуруза, майонез, перец красный молотый, ананас, вешенки, куриное филе и соль. Шаг 2. Куриное филе подготавливаем. Отбиваем и нарезаем кружочками. Шаг 3. Подсаливаем по вкусу и перчим красным молотым перцем. Шаг 4. Смазываем слой майонезом. Шаг 5. Вешенки промываем, нарезаем и укладываем на филе. Немного подсаливаем. Шаг 6. Кладем нарезанный ананас. Шаг 7. Раскладываем консервированную кукурузу. Шаг 8. Отправляем медальоны в духовку готовиться на 30 минут при 210. После блюда готово, подаем на стол. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.